Бағдарлама демеушісі Pro Мебель компаниясы. Сіз үшін жайлы жиһаз. Қайырлы таң, құрметті ТДК 42 телеарнасының көрермендері. Сіздермен бірге арайлы таң бағдарламасы. Арнамыздан ауыспаңыз. Доброе утро, страна! Доброе утро, дорогие телезрители! С вами утренняя программа «Арайлы таң» на телеканале ТДК 42. Оставайтесь вместе с нами. Утро – это начало новой жизни. Утром просыпается абсолютно все. И первое, конечно, просыпается природа. И, пожалуй, нет ничего прекраснее, чем смотреть на рассвет и смотреть на то, как утром люди просыпаются на работу со своей улыбкой и светом. Таң ол сергектіктің өзінің мақсатына жетем деген, бір нәрсені істеймін деген ынтаның артатын шағы. Сондықтан да құрметті телекөрермендер, барлық маңызды шешімдеріңізді таңертең қабылдаңыздар. Сонда ғана шешімдеріңіз дұрыс болмақ. Да, сегодня уже пятница, 24 мая на календаре, и вот в Болгарии, в Северной Македонии и в России отмечается День славянской культуры и письменности. Бүгінгі үлкен үш атаулы күн бар. Ол халықаралық қорық күні, Ресейде кадр жұмысшылар күні, және де саябақтың европалық күні. Да. А вот что происходило в Казахстане 24 мая. Еще в 1933 году образовано издательство «Казахтын көркем әдебиеті». Это казахская художественная литература. А в 1964 году она была переименована в «Жазушы». Осыдан 12 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының орталық аппаратының офисында елбасының «Қазақстан жолы» атты кітабының мемлекеттік тілде презентациясы өткен болатын. Дәл сол жылы британдық басылым Profile Books «В поиске Казахстана. Земля, которая исчезла» кітабының тиражын шығарған болатын. И еще сегодня свой 31-й день рождения отмечает наш двукратный олимпийский чемпион из Казахстана, который награжден орденами Курмет и Барыс. Это Илья Ильин. Поздравляем вас с днем рождения. 24-ші мамыр күні тағы қандай оқиға болды екен біздің келесі айдарымызда. В 1805 году в Бонне состоялась премьера крейцеровой сонаты Бетховена. Соната приобрела особую известность благодаря вдохновленной ей повести Льва Толстого «Крейцерова соната», многократно инсценированной и экранизированной. В 1925 году вышел первый номер газеты «Комсомольская правда». Тираж издания на территории СССР и стран СНГ на 2008 год составил 35 миллионов экземпляров. За рубежом газета выходит тиражом 1 миллион экземпляров в 48 странах мира. Конкурс песни Евровидения 1956 года стал первым конкурсом песни Евровидения. Он прошел 24 мая 1956 года в Лугано, Швейцария, в зале небольшого театра «Курсааль». Допускалось только сольное выступление исполнителей. Все страны-участницы должны были организовывать отбор конкурсантов на национальном телеканале. Австрия, Великобритания и Дания пропустили этот конкурс из-за того, что телекомпании этих стран провели национальный отбор слишком поздно. Глава жюри Рольф Либерман при проведении итогов голосования объявил только победителя. Результаты других участников до сих пор неизвестны. В 1969 году The Beatles на 5 недель заняли первое место в американском хит-параде с песней «Get Back». Песня «Get Back» отражала идею возвращения к прошлому, к живому рок-н-ролльному звуку, который присутствовал в ранних работах Beatles. Чтобы этого достичь, при записи нового альбома группа делала множество дублей, стараясь улучшить исполнение каждой песни. В 1989 году на экраны США вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Американский приключенческий фильм, снятый в 1989 году режиссером Стивеном Спилбергом. Третий фильм серии фильмов о приключениях археолога и искателя приключений Индианы Джонса в исполнении Харрисона Форда. 16-й полнометражный фильм, выпущенный компанией Lucasfilm.
Ну а сейчас в рубрике «Астропрогноз» вы все услышите о своем знаке зодиаки. А также из гороскопа вы узнаете свои удачные и неудачные числа, цвета и самые счастливые дни. Кандай планеталар? Олар бізге қалай әсер етеді? Да, как расположились звезды на сегодня, мы узнаем прямо сейчас с нашей рубрикой «Астрологический прогноз». Біздің кәсіби, кәсіпті, білікті астрологтар дәл қазір сұрақтарыңызға нақты әрі дұрыс жауап беретін болады. Тамашалаймыз Жұлдыз Жорамалайдары. Тоқты. Бүгін барлық ұсыныстарға «Е» деп жауап беріңіз. Барлығы сіздің пайдаңызға шешілуі әбден мүмкін. Бұны ойлап қам жемесеңіз де болады. Торпақ. Бұл күні сіздің жұмысыңыз көп болмақ. Қанша жасағыңыз келмесе де жасауға тура келеді. Өйткені сіз торпақсыз. Сізге шамадан тыс көп жұмыс берсе, оны аяғына дейін жеткізбей, беріспейтін адамсыз. Егіздер. Билігіңіз бәрінен биік болмақ. Қай жаққа көз қиығыңызбен қарасаңыз да, бәрі сіздің қалауыңызды орындауға дайын. Есіңізге сақтаңыз, бұл тек бүгін ғана болатын нәрсе. Шаян, бұл не жатыс, жаз болса келіп қалды. Ал сіз мүлдем дене бітіміңізге қарамай жүрсіз. Тез-тез өзіңізді ретке келтіріңіз. Арыстан, жақсылықтың ерте кеші жоқ дегендей таңертен көңіл-күйіңіз болмаса да, күннің екінші жартысында сізді тамаша, әрі қуанышты жаңалық күтіп, сол себепті алдын ала салыңыз суға кетпесін. Бекеш, шоколад жегіңіз келсе, жеңіз. Балмұздақ жегіңіз келсе, жеңіз. Бүгін сізге еш нәрсеге тыйым салынбаған. Таразы, сізге тез арада көңілді орта тауып, керемет эмоция мен энергия толтыру керек. Әйтпесе, көктем синдромы сізді әбден жеңіп кетуі мүмкін. Саршаян, өткенді еске алмаңыз. Жаңа күнді ғажайып жоспарлармен бастап, арман мақсатыңызды бағындыруға күш салыңыз. Мерген, сізді ойлап бір адам қайғыруда, тез көзіңізді ашып, сізге ғашық адамның адал көңілін түсіне біліңіз. Себебі ол қиын күндерде қашанда жаныңыздан табылатын бірден бір адам. Тауешкі, бүгін әмияныңызды дайындаңыз, керемет шоппинг жасауға. Керек жараңызды алуға керемет сәт тумақ. Суғиғыш, сізге билігін жүргізіп дегеніне көндірем деген адам бүгін бармағын істеп қалады. Суғиғыштар жеңіл шағылатын жаңғақ емес. Балықтар, өмір сараң емес, бүгін сізге елден ерекше жомарт болады. Сіз жақсылыққа әбден лайықсыз, әрі торпақтарды сүймеу мүмкін емес. Ерке Булан, вот подскажи, как можно поднять аппетит? В последнее время вообще не хочется кушать. Әсия, мен бұндай жағдайда үстелдің үстіне сарымсақ, немесе қыша қоям. Олар адамның тамаққа деген тәбетін ашады. Да, я слышала об этом, что можно употреблять чеснок. Ты знаешь, это растение издревле использовали не только как приправу, но и как компонент целебных рецепторов. Еще современные ученые подтвердили о том, что древние люди не зря верили в незаменимые для здоровья свойства. Сондай-ақ, оның адамның организміне тегізетін пайдасы өте зор. Құрамында алицин болғандықтан адам организміне шабуыл жасайтын вирустарды жояды. Суық тиюде химиялық препараттардан еш қалыс қалмайды. Да, все верно, он очень полезен для здоровья, но если после употребления вы чувствуете какой-то дискомфорт в организме и у вас плохое самочувствие, то прекратите есть его хоть в любом виде, потому что вы рискуете заработать хроническое заболевание. Олай болса, біздің келесі айдарымыз сарымсақ туралы болмақ. Бірге тамашалайық. Ғалымдардың айтуы бойынша сарымсақтың құрамында 400-ден аса пайдалы компоненттер бар. Сонымен қоса, жұқпалы аурулардың алдын алу мен емдеуде оған тең келетін ештеңе жоқ. Сарымсақ теріге сыздауық, сүйел, теміреткі, қышыма тағы басқа жаралар шыққанда таптырмайтын ем. Сондай-ақ сарымсақ асқазан ішек жолының қызметіне жағымды әсер етеді. Ас қорытуды жақсартады, қимыл қозғалыс белсенділігін қалыпқа келтіреді. Бауырыңызды қорғап, өтті айдайды. Және адам миының жұмыс жасау қалыбын жақсартады. Тұмауға да өте пайдалы. Тағамға ерекше иіс, дәм беріп тұратын оны жеуге болмайтын кездерде болады. Мұны есте ұстаған жөн. Мысалы, бүйрегі ауыратын адамға сарымсақ жемеген жөн. Сарымсақ құрамындағы токсинді элементтер бүйректің жұмысына кедергі келтіреді.
сол себепті бүйрек сарымсақтың өткірлігінен өз қызметін толық атқармайды. Егер жақын арада ота жасатқалы жүрсеңіз, сарымсаққа жоламаған дұрыс. Негізінде медицинада ота жасататын науқасқа 2 апта сарымсақ жеуге болмайды. Аяғы ауыр және бала емізетін аналарға да сарымсақты қолданбаған дұрыс. Бұл топтағы аналарға сарымсақ қаншалықты зиян екені әлі дәлелденбеген, бірақ дәрігерлер сарымсақты жемеуге кеңес береді. Көз аурулары бар науқастарға Қытай дәрігерлері сарымсақты жиі жеу көзге кері әсерін тигізетінін айтады. Сол себепті көзіңіз ауырса да сарымсақ жеуді тыйған жөн. С тех пор, как человечество оценило удобство ношения наручных часов, а произошло это знаменательное событие еще во время Первой мировой войны, хотя первые модели появились еще на несколько десятков раньше, этот портативный механизм стал незаменимым в повседневной жизни. Тіпті ұялы телефон пайда болғаннан кейін де бұл қол сағаттар өзінің маңыздылығын жойған емес. Және ер адамдарға да, әйел адамдарға да заманауи аксессуар ретінде қызмет етеді. Да, дорогие наручные часы отлично подчеркнули высокий статус его владельца. А женские модели в виде стильных привлекательных браслетов дополнят женский образ леди. Бұл қол сағаттың таңдаудың көптігіне және бағасының қолжетімділігіне байланысты әрбір адам бұл қол сағаттарды сатып алады. Да, наручные часы в повседневной жизни стали просто незаменимыми для людей. Хотя я не ношу часы, я у тебя вижу тоже нет. Но польза наручных часов и вообще для чего нужны наручные часы, мы узнаем прямо сейчас в следующем сюжете. Но перед этим мы хотим напомнить о том, что спонсором нашей новой кухни-студии является мебельная компания «Промебель» с брендом «Эвита». «Эвита» – сенің арманыңдағы ас үй. С тех пор, как человечество оценило удобство ношения наручных часов, а произошло это знаменательное событие во время Первой мировой войны, хотя первые модели появились на несколько десятилетий раньше, этот портативный механизм стал неизменным атрибутом повседневной жизни. Удобные, точные, позволяющие в любой момент узнать, который час, наручные часы стали не просто полезным изобретением, но и составной частью имиджа успешного бизнесмена, стильной леди и активного, следящего за своим временем человека. Даже после появления мобильных телефонов, также позволяющих узнавать время, находясь вне дома или офиса, наручные часы не потеряли своей актуальности и служат настоящим украшением и мужских, и женских запястий. Дорогие наручные часы отлично подчеркнут высокий статус своего владельца, а женские модели в виде стильных и привлекательных браслетов дополнят образ прекрасной леди. Наша жизнь состоит из множества разных дел, встреч, поездок, развлечений, обязанностей и многого другого. Трудно себя представить вне времени. Возможно, даже и такое случается. Все наши дни расписаны по часам и минутам. Мы нуждаемся в знании точного времени, и наручные часы – это то, в чем мы испытываем необходимость в течение дня. Ночевка в гостинице сама по себе уже отдельное приключение. Но как не впечатлиться, проснувшись в капсуле на отвесной скале или любуясь северным сиянием сквозь прозрачный потолок такого уютного иглу. Мы выбрали для вас, дорогие телезрители, 10 самых необычных отелей в мире, если вам надоели стандартные bed и breakfast. Әлемдегі ең ерекше қонақ үйлер олар су астындағы, ағаштағы, тау жоталарындағы, тіпті мұздағы қонақ үйлер. Да, например, Япония – это капсульный отель «Капсула ин Акихабара». А в Швеции есть ледяной отель «The Ice Hotel». Бразилияда орналасқан ағаштың үстіндегі Ario Amazon Towers Hotel, Ұлыбританиядағы ретро поезда орналасқан The Old Railway Station Hotel. Да, хотелось бы, конечно, оказаться хотя бы в одном из этих отелей, посмотреть действительно какие-то определенные виды, которые есть из этого отеля. Но у нас сейчас есть возможность увидеть это в следующем сюжете. Смотрим вместе. Жадыраған жаз келсе, әр адам демалыс алып, оны өзіне ұнайтындай өткізуге тырысады. Кейбіреулерде демалысты шетелде өткізуге мүмкіндік туып жатса, олар алдын ала қонақ үйді дайындап, өзіне ерекше демалыс сыйлау асығады. Тіпті әлемнің кей тұстарында ерекше қонақ үйлерде қызығушылық туғызады. Оның бірі 3912 метр биіктікте Кавардино, Балкария республикасында орналасқан қонақ үй, әлемдегі биік таулы аймақта тұрған қонақ үйлердің ең ерекшесі болып саналады. Қонақ күтетін орындар ғарыш капсулаларына ұқсатылып жасақталған. Оған 12-ден 18 адамға дейін сый алады. Қонақ үйге келетін қуат көзінің барлығы арнайы күн батареяларынан алынады. Вьетнам.
Далат қаласындағы Хагынға қонақ үйі фантастикалық кинолардағы құбыжық ағыштарға ұқсайды. Бірдей түзу қабырғалары мен бөлмелері жоқ. Баспалдақтары шиыршықтанып кеткен мекенде күндіз мұражай, кешке қонақ үй ретінде қолданады. Ал бұл ерекше сфера тәрізді қонақ үй Канададағы Ванкувер қаласындағы орманда орналасқан. Ағаштан мықты етіп орнатылған 3 номердің әрқайсысы 137 кг салмақты ғана көтере алады. Жуынатын жерлері саунасы өте жақын жерде орналасқан. Бөлменің іші өте жайлы және жылы болып келеді. Франциядағы қонақ үйдің мөлдір серпінді қабықшасы қоршаған ортаға қарап жатуға мүмкіндік береді. Бұл шар тәрізді бөлменің ерекшелігі ультракүлгін сәулелерін өткізіп, таза ауада жатқандай сезім тудырады. Дорогие телезрители, лето уже не за горами, да, Еркебулан? Уже практически на следующей неделе будет 1 июня, День защиты детей. И как раз-таки к приближению лета мы провели небольшой социологический опрос среди жителей города Уральск. С чем ассоциируется у них лето? Асия, сен жаз дегенде ойыңа ең бірінші не келеді? Ну, насколько, учитывая, что я не люблю лето, у меня она ассоциируется с палящим солнцем и ужасной жарой. Сен сияқты тағы да жазда жаратпайтын адамдар бар мекен біздің келесі айдарымызда. Лето ассоциируется солнцем, пляжем, с хорошим настроением, шашлыками. Лето – это всегда встречи с друзьями, поездки на Чалкар, поездки на море. Теплая погода и самое, мне кажется, время встретиться со всеми друзьями, съездить на шашлыки, отдохнуть на речке. Ночные посиделки с друзьями, жара, речка, зеленое все вокруг. Ну, в общем, все. Ну, а сейчас моя любимая рубрика – это лайфхаки. Наверняка, дорогие телезрители, и вам нравится эта рубрика. Бұл сленгтің аудармасы өмірдің қулықтары, немесе халықтық, даналық, немесе жайғана тұрмыстық мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін пайдалы кеңес. Лайфхак – это вообще набор методик и приемов взлома окружающей среды для упрощения процесса достижения поставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков. Әдетте лайфхак жаңа методиканы қолданбайды, жайғана бар методиканы халыққа ұсынады. Да, ну сейчас мы узнаем, какие еще есть методики вместе с нами в следующем сюжете. Демалуға немесе көпке шыққыңыз келсе, бөтелкеңізді фольгамен қаптап қойыңыз. Сусыныңыз салқын күйінде сақталады. Ал жаздың ыстық күнінде теріңіз күнге күйсе, оны кәдімгі картоппен ысқыласаңыз болады. Көкке шыққанда фольгадан ыдыс жасауға болады. Ол үшін фольганың шетін байқағаныңыздай дөңгелектеп шығасыз. Сондай-ақ пайдаланып болған фольганызды ыдыс жуғыш ысқыш қып пайдалануыңызға болады. Мінеке құрметті телекөрермендер, қонақпен сұхбат айдарда келіп жетті. Бүгін бізде студияда қонақта дизайнер Любовь Шухлина. Любовь, біздің студияға қош келдіңіз, қайырлы таң, көңіл күйіңіз қалай? Все отлично, спасибо. Доброе утро, Любовь, как ваше настроение, как нам добрались? Доброе утро, все отлично, сегодня хорошая погода. А, отлично. Ну, тогда мы начнем нашу утреннюю беседу. Первый вопрос, который мы хотим вам задать вообще – как вы пришли к вашей деятельности, к тому, что вы сейчас делаете? Вы у нас дизайнер, изготавливаете украшения, аксессуары. Когда вы поняли, что это ваше дело? На самом деле, по образованию я переводчик, но как бы с детства увлекалась. Всегда что-то мастерила, что-то делала и так далее. Вот. И как бы однажды на просторах интернета я увидела красивые изделия ручной работы, да, ободки там и так далее, другие украшения. Вот. И подумала, почему бы нет, возможно, у меня тоже получится. То есть, возможно, и ко мне придет такой успех. Да? И в Уральске тогда очень мало кто занимался изделиями, именно рукоделия, да? Украшения и так далее. Вот. И, можно сказать, я была одна из первых, кто начал вести страницу. И думаю, что у меня это как бы, ну, до сих пор это у меня получается.
Получается, сколько лет вы уже занимаетесь, раз вы одна из первых, которые начали этим делать? Около 6 лет я занимаюсь. Около 6 лет, да? Угу, отлично. А у вас дизайнерлік сіздің басты кәсібіңіз бе, әлде жай ғана хоббиіңіз бе? Сейчас это хобби, потому что у меня сейчас маленький ребенок, и на это уходит много времени. Вот. Но, наверное, 4 года это была моя основная работа, то есть я делала украшения на заказ, вот, свадебные украшения, еще на какие-то мероприятия. Угу, отлично. Ну, подскажите, мы вот видим у вас несколько ваших украшений. Я так понимаю, вы не стали все нести с собой, да? Да, конечно. Самое основное только. Подскажите, сколько уходит у вас времени на одно изделие? На каждое изделие по-разному. Можно сделать за пару часов, да, какую-то, возможно, маленькую брошь или серьги, а на некоторые изделия уходит месяц. То есть, если это очень кропотливая работа, мелкий бисер, все это надо расшивать. Вот, допустим, в национальном стиле украшения, да, на кузузату заказывают девушки, там в основном идет мелкая работа. На нее уходит много времени. Ну, до месяца, вот так вот я скажу. Вот так, отлично. Сіздің жасайтын бұйымдарыңыз тек қана әйел адамдарға арналған ба? Да, в основном для женщин. Ну, думаю, потому что это у нас мужчины как-то не особо любят носить украшения, да. Вот, поэтому заказывают в основном женщины. Алдағы уақытта ер адамдарға арналған бұйымдар жасау ойыңызда бар ма? Ну, если будет на это спрос, тогда почему бы и нет? Адамдар сіздің бұйымдарыңызға тапсырыс береді. Сіз ол тапсырысты орындап, сол адамдарға апарған кезде, осы қолдан жасалған бұйым екеніне сене ме? Ну да, многие как бы понимают, ценят. У меня есть постоянные клиенты, которые на протяжении 6 лет со мной. Думаю, и это еще больше сейчас будет развиваться, да, потому что все-таки эксклюзив, он всегда ценился и угу. будет цениться. Угу. Подскажите, Любовь, получается, вы закупаете просто сами камни, да, бисер такой вот, и дизайн вы выполняете по своему видению? Вот, допустим, вам заказали, я хочу брошь красного цвета. Вот и все. И здесь уже ваша фантазия включается? Или все-таки каждую деталь вам говорят, как сделать? Это зависит от клиента. Кто-то конкретно хочет определенное украшение, то есть тогда они предоставляют мне фотографию, допустим, я копирую, я могу это делать. Кто-то советуется, то есть посоветуйте, как сделать лучше и так далее. Это все зависит от клиента. Но, конечно, мне нравится больше самой и своей фантазии делать и так далее. Потому что, ну, для меня это тоже какой-то момент творчества. Это не просто так, то, что копировать тоже интересно, потому что в процессе копирования каких-то изделий ты учишься новым техникам. Я самоучка, то есть я сама училась по интернету, различные мастер-классы, вот, никуда не ездила обучаться, но в планах, конечно, хотелось бы еще съездить, вот, у мастеров поучиться. Вы вначале упомянули о том, что у вас сейчас маленький ребенок. Вы, никто не отменял обязанности женщины. Это надо глажка, уборка, стирка, обед, ужин, как положено. Еще надо уследить за ребенком. Как вы все успеваете? Давайте, поделитесь этим секретом своим. Ну, у меня есть золотая мама, которая мне помогает. Вот. И пока я отсутствую, она сидит с моей маленькой доченькой. Ну, без нее я бы, наверное, не справилась. Вот, спасибо ей большое. Вот, да. Ваш секрет, значит, в маме, да, когда вы, в маме. Чтобы все успеть сделать. Ясненько. Любовь, ну, я желаю вам успехов, удачи. Вы работаете уже 6 лет. Ваше хобби действительно переросло в такую профессиональную деятельность, на которую можно уже и зарабатывать, и действительно заниматься любимым делом. Как говорится, если работа нравится, то это уже не работа. Это ваше любимое хобби. Вот. Желаю вам успехов, чтобы у вас все продвигалось, чтобы все у вас все заказывали, закупали. И такой вот вопросик. Есть ли у вас кумир? Или у кого вы смотрите, как можно будет сделать какие-то новые, вот что тренды выходят? Понимаю, что есть тренды все-таки, да, в аксессуарах, что вот сегодня, в этом году тренд там брошки, в этом там были в тренде такие серьги с длинными кисточками, да, кисточками, вот такие. Вот это тренды откуда все-таки идут? Ну, они идут от различных дизайнеров, вообще мировых, да. Но я могу упомянуть именно казахстанских, кто мне нравится. Современная – это Гаку, она находится в Астане, то есть у нее свой магазин есть. Вот. Мне очень нравятся ее работы, они необычные, такие сдержанные, но в то же время очень эффектные, красивые.
Вот. И национальные мне нравятся, именно казахстанские. Дизайнер Нуршах. Вот. А у нее, значит, именно в национальном стиле на казузату, саукиле, камзолы. То есть там очень кропотливая ручная работа, и я этим восхищаюсь. У нее тоже есть свой дом моды. Не планировали вы делать украшения на камзолах? Ну вот это же тоже как бы... Расшивать? Ну вообще я как бы не сам камзол, заказывают отдельно расшивку, потом она прикрепляется к камзолу. Такие заказы были, я их тоже выполняла. Алайда, біздің бағдарламаның бір дәстүрі бар. Келген қонақ көрермендерге өзінің тілегін айтады. Көрермендерге тілегіңіз. Дорогие телезрители ТДК-42, сегодня отличная погода. Желаю вам хорошего настроения и всего самого наилучшего. Любовь, еще раз вам большое спасибо, что пришли к нам на нашу утреннюю программу. Мы с вами немного побеседовали, узнали о аксессуарах и о том, что у нас еще один есть дизайнер в городе Уральск. Желаем вам успехов и продвигаться только вперед, чтобы вы стали уже дизайнером на Казахстанской арене. Спасибо большое. Дорогие телезрители, вот и так прошло наше пятничное утро. Надеемся, вам понравилось и желаем вам удачи и отличных выходных. Мінекей көзді ашып жұмғанша, біздің бағдарламамыз өз мәресіне таяп қалды. Біздер сіздермен дүйсенбі күні кездесетін боламыз, құрметті телекөрермендер. Сіздермен бірге болған Асия Мукашева. И Еркебулан Нұрпейісов. Но вы не переключайтесь, впереди много интересного. Спонсор программы – компания «Промебель». Мебель для вашего комфорта. Күнде мадам